Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья, вы на канале о вязании. А сегодня хочу предложить вам мастер-класс вот по такому интересному, красивому, необычному узору. Посмотрите, какая красота! Вот так он смотрится с лицевой стороны, вот так с изнанки. Узор можно использовать как для детских, так и для взрослых изделий. Тут, в принципе, спектр применения большой. Можно и в джемперочках, в кофточках, в шапочках, в разных, да, в детских изделиях, как уже сказала, использовать. Очень симпатичный узор, вяжется несложно. Раппорт узора 3 петли, плюс 2 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Мы с вами провяжем весь раппорт в высоту, это 4 ряда, подробно вам покажу. А я свой образец вязала из пряжи пух норки 50 грамм 350 метров в 2 ниточки на спицах номер 3,5. А можете для узора подобрать любую пряжу, любые спицы, повязать образцы, посмотреть, в каких образцах вам больше понравится. И давайте приступать к вязанию. Для образца я наберу 9 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 петли для симметрии, 10, 11 и 2 петли кромочные, 12, 13, то есть всего 13 петель я набрала. Первый ряд у нас будет установочный. А сейчас его провяжем и дальше начнем вязать уже именно раппорт узора с первого ряда. Вяжем 2 изнаночные петли, 1 лицевая. Повторяем 2 изнаночные, 1 лицевая. И еще раз 2 изнаночные, 1 лицевая. 2 изнаночные. Для симметрии и кромочная. И теперь начинаем вязать узор, первый ряд узора. Кромочную петлю снимаем, дальше провязываем 2 лицевые петли, вот так нить перед работой, и получается мы изнаночную петлю снимаем вместе вот так с накидиком, да? Вот так с накидом сняли. Повторяем 2 лицевые. Нить перед работой снимаем с изнаночной петлей. 2 лицевые. Петлю сняли с накидом. И 2 лицевые для симметрии. Кромочная. Первый ряд провязали. Второй ряд узора. Кромочную петлю снимаем. 2 изнаночные. Снова нить перед работой. Снимаем петлю с накидом и еще один накид. У нас теперь 2 накида здесь. Сняли. Повторяем. 2 изнаночные. Снимаем петлю с двумя уже теперь накидами. 2 изнаночные. Сняли петлю с двумя накидами. 2 изнаночные для симметрии. Кромочная. Третий ряд узора. Кромочную сняли. 2 лицевые. И еще раз нам нужно так сделать. То есть третий уже накид с петлей мы снимаем. 2 лицевые. Снимаем петлю с тремя накидами. 2 лицевые. Сняли петлю, 2 лицевые и кромочная. И четвертый ряд узора, заключительный в раппорте. 2 изнаночные. Теперь вот эти вот все петли, лицевая и 3 накида, провязываем лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Еще раз. 2 изнаночные, лицевую с тремя накидами, провязываем лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные,
лицевую с тремя накидами, лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные и кромочная. Провязали с вами высоту раппорт узора. Теперь возвращаемся к первому ряду, то есть начинаем вязать. И кромочную петлю мы сняли, дальше у нас идут вот так, да, 2 лицевые, изнаночная с первым накидом. 2 лицевые, изнаночная с первым накидом. То есть повторяем 4 ряда. Доходим до 3 накидов, и потом я вам показала 4 ряд. Провязываем лицевую с 3 накидами вместе. И в итоге получается вот такая красота. Что еще хочу сказать. Спицы берите большой размер, да, чтобы более воздушное, пышное получилось полотно. Петли вот эти получились вытянутыми, красивыми, не забитые. Обязательно вяжите образцы и смотрите, чтобы полотно именно было воздушным. Тогда этот узор проявит себя во всей красе. Я вот здесь связала, как вам сказала, на 3,5, да, у меня 50 грамм 350 метров, 2 нити. Можно было и четверку здесь смело взять, попробовать. Более воздушно получилось бы. Поэтому вот на этот момент обращайте внимание. На этом мастер-класс буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что мастер-класс был вам понятен, полезен. Подписывайтесь на канал. Еще очень много всего интересного будем с вами вязать. Всем до новых встреч. Пока-пока.